Всем привет! Вот что-то меня потянуло на Макса Коржа. Вы часто, ну, периодически просите его послушать. Я его сама с удовольствием послушала, но я уже практически все его переслушала, так как все-таки он у меня один из самых любимых моих исполнителей. Я, в общем-то, его слушала довольно часто и докатилась до того, что все переслушала. Вот. Ну вот нашли мы «Тает дым». Старенькую песенку или старый трек, да, не знаю про что. Ну, давайте послушаем вместе, а то я как-то по нему скучаю. Всему несбывшемуся посвящается. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа. И на взлетке, что в прыжке от ног, кроссы отлетали. Насмотреться друг на друга под утро. Ведь нам не быть с тобою вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много замутов. Лишь просто дай тебя обниму и вместе полетаем. У него все песенки такие, знаете, это жизнеутверждающие. И над заливом запомни ты меня таким, таким счастливым. В легких тает дым, и тем же утром запомни ты меня таким. Придуркам, нам не расти с тобой детей, не видеть старость, не заставлять квартиру новыми вещами. Скорее всего, я не увижу тебя больше, так что жить в кайфе, не унывать, пообещай мне. Ведь все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Но пока у нас с тобой есть еще минут 40, так давай друг друга вдохнем и остановим время. Ну, то, что жизнеутверждающие у него действительно вот эти все песни, они такие, какой-то положительные эмоции возникают. И вот так, как я люблю, такой вот этот песня вверх. Не песня вот так, а песня вверх. Вот, а что еще хочу заметить про него? Ну, когда он начал так еще думать, что-то как-то это, а потом разошелся замечательно. Вот заметила опять, ну, про что эта песня, да? Это песня про случайную связь, да? Когда все хорошо, люди встретились, расстались, никому ничего не обещая. Вот, но заметьте, друзья мои, никто ж не оскорбляет женщину, с которой он встретился. Кто она, чего она? Главное то, что она в данный момент рядом, и спасибо есть за это. Вот это основная мысль. А не так, как у нашей молодежи принято. Если она тут, и если она там кому-то чего-то обещала и дала, то значит она
неизвестно кто, и ее можно оскорблять. И вот всегда нужно относиться к другому человеку с уважением, а не так, как, допустим, Моргенштерн, да, сказал «Привет, ублюдки», и все сказали: «Ну это же прикол, это же так здорово, а я не хочу, чтобы, допустим, чтобы даже я это слушала и это произносилось, меня, допустим, это оскорбляет, не знаю, почему оскорбляет, не оскорбляет это вас даже по приколу». Вот, ну, собственно, это я так вернула, а вообще... Молодец, Макс Корж. Хорошо, что я послушала очередное его произведение, а то правда вот скучала. Надеюсь, он нам что-нибудь новенькое скоро забацает, и мы вместе это будем слушать. Вот.